Закончилась первая неделя Великого Поста. Время особого подвига и особого настроя, покаянного плача, связанного с чтением канона, Великого Покаянного канона Андрея Крицкого. И завершается эта первая неделя Великого Поста праздником, который называется Торжество Православия. Этот праздник имеет вполне историческое основание, и в этот день, именно в первую неделю Великого Поста, много столетий назад, было восстановлено почитание святых икон. Но празднуя это историческое, вспоминая это историческое событие и соотнеся его с временем покаяния, в которое вошла Церковь, мы должны обратить внимание в первую очередь на то, что неделя торжества православия не случайно промыслом Божьим соотнесена с Великим Постом, потому что подлинное торжество православия – это торжество человека, который несет свою веру, несет свою любовь к Богу и к ближним среди людей, среди мира, не принимающих ни этой любви, ни этого свидетельства, который несет свой подвиг служения людям, служения миру, служения Богу в среде, которая это не принимает, не любит, не понимает. Именно это является торжеством. Не наша победа, не наше зримое благополучие, не наша зримая и всеми понимаемая слава, а способность терпеть, переносить, любить, верить, надеяться, ждать среди людей и обстоятельств эту нашу веру и надежду разрушающую. И пост в этом смысле является тоже путем к торжеству, путем к Пасхе. Если мы пронесем эту веру в ожидаемое торжество, в ожидаемое воскресение не только Христа, но и нас вместе с Ним, проживем не только в дни Великого Поста, но научимся за дни Великого Поста и вообще проживать свою жизнь в ожидании грядущего воскресения, перенося все то, что с нами происходит, тогда действительно вокруг нас будет происходить торжество православия. Люди будут обращаться к Богу, слушать нас, внимать нам, не потому что мы сильные и мудрые, потому что славные или богаты, а потому что мы идем и несем крест вместе со Христом. Как сказал когда-то преподобный Серафим Саровский, «Стяжи дух мирный, и тысячи вокруг тебя спасутся».